ده صاحب الحفل ده واحدة كده يا جدعان. Это уже последний, да? Все уже. Не пошло. А ты вчера не пил? Вот видите, парню стало плохо, аж вырвал. Вырвал. Вот сейчас, слышите, рвет. Скажу, в чем проблема? Я говорю, или нельзя бухать, получается, или... Ну, вообще бояться, самое главное этого не бояться, это первое. Настройтесь, неважно, какой раз вы ныряете, вообще будете погружаться. Самое главное не бояться. Это самое, я для себя скажу это самое. И слушать, самое главное, инструктора. У нормальных дайвинных компаний, вот вообще для погружения, один погружающий, один инструктор. Один погружающий, один инструктор. Вот так вот. Лично нам попались очень хорошие ребята. А, ты тоже слушаешь, что я говорю. Это я рекламу им делаю. У меня много каналов. Поэтому. Ну и не бухайте. Самое главное не бухать перед погружением, не пить буль-буль, правильно? Нельзя. Что? Когда ныряешь. Пить нельзя. Пить нельзя вечером, чтобы не, когда. Нельзя, да. Это очень важно. Не пить перед тем, как ныряешь, потому что это давление, это плохо. Это очень плохо. Поэтому нельзя этого делать. Все. Вот такие вот ласты у них профессиональные. Гнуться тут легко. رأس الحبل اللي قدام فوق ماسك يا اكوالان فوق كونديرование. Все, ребятки, ставим лайки и подписываемся на наш канал. Кстати, все они снимают, поэтому смело позируйте, можете позировать. С моим ростом, я не знаю, нашли нормально, и костюм нашли нормально, я доволен, говорю, вообще. Вот. На, снимает под водой, нормально, вообще хорошо. Ныряет тоже глубоко, парень, этот меня, он вообще снимал меня хорошо, этот паренёвчик. Помахай рукой. Можете вы потеряли? Всего лишь или оставить?